Ну сейчас мы должны пройти этот гадский уровень. Сейчас я только минуту подару. Ну я же от бога просто. Да. Сказал бедняк. Давай! По одному! Ну где наш друг? Я слышу нашего друга. Вот он! Прыгун, детка! Пошел ты в жопу, сука! Ха-ха, отлетел. Отскочил, тварь. Вафел. Хватит меня бить. Так, дальше кто? Дальше наш друг. А вот это плохо, у меня жирный тут. Нихера себе, ты как так это? С дробаша, что ли? Да. Всадил ему, блядь, по первой нахуй. По первой и по второй всадил тоже. О, блядь! Есть ни хрена, нет? Есть. Целых, блядь, 3600. Слушай, а мы их типа не собираем, если они не, до нас не долетают. Да ладно. Да, ладно. Прикинь. То есть сколько мы бабла пропустили. Так, ну что, сюда? Страшно представить, а что тут? Охуй. Зомби. Зомби. Че они такие кровожадные-то, я не понял. Зафонтанировал, да, все вокруг. Просто тачку забомбить и все. Ты думаешь? Запомпизить разочек. Запомпизить? Танк стоит вообще. 15 000, блять, неплохо. Ну лады. Так, что мы имеем? Не пойду туда. Вообще никуда не пойду. Патрон кончается. Короче, разбегайся. Я направо, ты налево. Все, ко мне не подходить. Стоять на месте. Бери, салага. Ну спасибо, с баского плеча, да. Ты чё живой, ты? Спасибо, что живой, конечно. Ё-моё, это чё было-то? Это были жирные твари. Было? Простите, я ошибся. Да, это были еще не жирные, это были стройняшки по сравнению с этим ублюдком, рыгающим, пердящим. Бля, они еще не бегают. Кросс, блядь. Пес Барбос и обыкновенный кросс. Здесь ни хрена нет. Ё-моё, не пойду я к вам. Причем ты по ним стреляешь, они на тебя не бегут. Я начинаю стрелять, они тоже... А у тебя агр, походу, нормал такой. Агр нормал? Брата-то все любят.
Бери аптеку, агро. Всевидящий агро. И иди, манчи, короче, прыгуна, которого там, идет. Который сейчас будет. Вон он. Макчакра, говорит. А и че он, бля, прыгнул, он ебанутый? Готов. Жирный. А! Сдохнешь ты, блядь. Нет. Тварь. Кнайфл. А флеймтроуэр не перезагружается. Ой, не перезаряжается. А, у меня, короче, патрухи-то кончились, только флеймтроуэр остался. А у нас вон как раз впереди еще один большой страшный прыгун. Я чуть не понял, что сейчас было. Это был снайперский выстрел в яйца ему. Слушай, а по всем законам жанра мы должны вот сюда, наверное, спуститься. Давай я тебя подсажу. Давай. Да хрен тебе! Куда ты подсаживаешь-то, блядь, палец в жопу суёшь? Вот нам сюда. А, вот куда надо-то было! Оказывалось-то все вообще просто и элементарно. Ну чё не сделаешь-то, в панике бежит. Тут сразу, блин, жирный выходит. Чё, непонятно, откуда выходит, блядь. А не, с крыши что падает. Задропашили, что ли, все почти? Охренеть. Вот это да. Вот опять мне так, пожестче лаги такие. Ну да, есть такая тема. Что мы тут видим? Как обычно, разруха. Ни хрена. Опа. Готов. А дальше? Стоп. А мне типа больно. Типа нормально сейчас сделал, типа темочка такой нормально. О, боже мой. Жирный идет. Жирный. Бля. А почему он не убивает других зомби, когда взрывается? Не говори, я вот тоже. Нам надо было делать эту игру. Надо было, конечно. Фанаты бы носили нас на руках. Как-то ли молотал. О, смотри, прям патрон для ППХи. И я что только не наупадал. И прыгун сейчас выпадет. Да? Да. Я слышу его. Сейчас он выпрыгнет. Вон он. Оп! Умри, падла. О, боже мой. Так, что тут есть? Чего тут ящики? А! И зомби! Смотри, там не сгорел лоском пламени. О, боже мой, так. Что же дальше? Дальше.
аптечку вижу. Так. Сзади. А спереди жирный. Ты его слышишь? Да, или... слышу. А, успел. Ты кинулся? Да. Повторюшка. Дядя Хрюшка заезд. Гренейд. Ему еще и гренейд дали. Блин, тут стоят какие-то подозрительные личности. Да, они беспалевные такие. А, нет, я их не вижу, такие жирные. Лады. Блять, опять какой-то подстава. Тут мне там скайп звонит кто-то. Это что такое за адовые твари? Я советую... Конечно, медленно отступать, но только медленно. Давай быстрее, тут это. Да пошел ты, съешь мою задницу, ой, сука. Почти меня убил. Я боюсь подходить. Меня пугают. Оружейный магазин. Так. Че там? Клинкомет? Ага. 100 000, блин. 100 000! За что? А он чё, я не понял, он бесконечный? Да тут, сейчас. Тут 5 зарядов всего. 5 зарядов, чувак. Что за клинкомёт? Клинкомёт, 5-зарядный такой. Клинкомёт. Главное, чтоб не говнометом оказался какой-нибудь. Да. Да уж. Интересно. Гранатки. И заметь, ни одного экзоскелета и тому подобное. Ну, брони, да, короче, нет. Ну чё, нам полагается full house хп. Я думаю, можно сейчас закупиться еще разок. Не уходите далеко. Так, гранаты мне нужны теперь. Зарядов. Тин-тин-тин. Все вроде. Гранат купили, а патрон не купил. Который может, потратил. Сейчас эту открыть и опять сюда прибежать. Дверь? Да. А я пока не буду выходить, чтобы она не закрывалась. Ну как вариант. Ну все, я готов. А, не можешь ты. А, да, блядь, сука, закрылся. Кидай гранату. Майфон. Просто, я не знаю, от зомби ничего не должно остаться. Да там мало чего остается. Начинается, ёп.
Да все, все. Успокойся. Это закончилось. Ха-ха. До конца. Да ё-моё. Все. Ни хрена не все, бля. Это был не жирный, а ударился оно сильно. Так, 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 так. Так. Да кто меня там бьет-то сидит? Охренеть можно. Чё это с них такой зелёный валится? Одежда, что ли? Чемоданы. А, чемоданы. Они ж все деловые, тут деловой центр. Дипломаты с них так и прут. Одежда такая, голенькие зомби. Ой, там опять дипломат. А ты зачем пошел? А там сейчас бабахнет. Здесь ничего нет? Нет. Yeah. Так, 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 так. Здесь есть аптечка. Дипломаты, релаксните. Да, выходной. У вас сегодня выходной. Граната. Тин-трин-тин-трин-тин-трин-тин-трин. Блин. Тин-трин-тин-трин. Так, я надеюсь, здесь что-нибудь да есть. Что-то есть. Граната, приманка, патрон для ПП. Это нам сейчас важно. Ну да, с учетом того, что ПП вообще не пройдется. С этим закончили. Ну что, дипломаты кончились? Или еще не все? А все, там, по-моему, нет ничего. В той стороне-то. Кроме аптечки. А мы обратно не сможем забраться тоже, да? Наверное, нет. Они нас оградили, чтоб мы не баловались. Ну да. Козлина, ненавижте. Так, первым делом у нас что идет? SMG. Ну что, поехали? Давай. Такие резкие звуки из воздуха. Да, да. Пошел кадр заряжаться. Все, нет. Да откуда вы беретесь-то, ё-моё? А ты стрелять не пробовал? Я вообще потерял своего героя буквально на 30 секунд. Класс. Ой, боже ж мой. Добавить взял? Нет. Ну а кнопку-то нажал. Отвали.
Перезарядка. Во всех, во всех возможных пушках. Сейчас что у нас будет? Сейчас у нас вон жирный идет. Блин, задел этот, сейчас рванет, черт. Сейчас будет адовая херня? Да. Так. Где там наши большие ребята? Не знаю, слушай, а где они, кстати? Сейчас будут, чё, наверное. Вырубай? Ну давай. Опа, все, пиздец. В лифт. Аптека. Жми. Готовься. Флеймфровер есть? Есть. Жарь. Улетел? Молодец. Так, ну тут, наверное, тоже волны. А патронов-то нет. Что делать? Что делать? Жарить? Или нам дадут подняться? Ну я что-то сомневаюсь. Сколько можно тоже атаковать нас? Не говорит, от передышку-то 3 секунды должны дать. Все, приехали. Чекпоинт! Пустите! Грац! А чё это я? Чё это ты?